Будни отдыхающих. Много листиков? Что? Листики Никита вытряхивает. Видишь, целый сачок насобирал. Я ушла. Играйте в тенечке. А папа у нас работает. Папа не работает? Папа от жары спасается. Посмотрим у Шмулу. Что там созрело? Давай. Тазик не взяли. А ты снизу все-таки. Мама, там еще одна дерево. Так она еще не... О, какие зрелые. Смотри, как созрели здесь. Пошли, давай собирать. Надо эту самую. Мама, видишь, это деревка. Около вот у тебя над плечом, над левым, большая гроздь висит. Под плечом? Над левым. Вот она. Вот она. Садись на ветку. Садись попой на ветку. Во. Давай. Отрывай ее вот сюда, в панаму. И хватит. Больше не надо. Давай. Эту? Да. Все? Ну давай сколько? Штук. Вот, сколько там штук? Давай их. Откручивать их надо, Кирилл. Я откручиваю. Все, откручивай. Больше не надо. Все, и слезай. Все, больше не надо. Больше никто есть не будет, Кирилл. Все, слезай. Слезай, слезай, слезай. Слезай.
Егор хотел сорвать этот лимон. Ой, Кирилл хотел сорвать этот лимон. Оставляют меня Миша и дети. Они пошли в ресторан, здесь в километре находится, на повороте. Хотят кофе попить, а я одна остаюсь в гордом одиночестве. Меня закройте на ключ! А я не пойду с вами. Им жара надоела, солнце им надоело. Я остаюсь одна на вилле. Все, меня еще и на ключ закрыли. Ой, как здесь соснами пахнет. Как в Хорватии. Дома ни кофе не вкусный. Ладно, все, пока. Давайте недолго только. Дома ни кофе не вкусно, а вода здесь не очень хорошая, поэтому она просто другая. Поэтому кофе получается не такой, к которому мы привыкли. Ой, здесь соснами пахнет. Шишки наверху. Все время возвращаемся поздно. Не видела, что здесь тоже есть цветок, который называется ёршик для бутылки. Бутылка для ёршика, хотела сказать. Так, а я иду плавать и загорать, пока их нет. Буду наслаждаться в спокойствии. Никто мне мешать не будет, никто меня отвлекать не будет. Иду к бассейну. Сейчас весь бассейн мой. Кстати, у меня вот на этот жасмин аллергия. Я его понюхала, и вся соплями потекла. Кирилл тоже понюхал за мной, и мы оба такие сопливые.